Why don't we liberate these United States? We're the ones who need it worse. Let the rest of the world help us for change and let's rebuild America first. How we doing? Well, it is great to be in Erie, Pennsylvania. Что ж, здорово быть в Эри, штат Пенсильвания. Да благословит вас всех Бог. Now, here's what we're gonna do. Итак, вот что мы будем делать. Прежде всего, я скажу несколько благодарственных слов. Затем немного поговорю о том, почему мы верим в американские грузоперевозки и американскую промышленность, и почему мы с президентом Трампом будем бороться за дальнобойщиков. But before we do that... Но сначала несколько слов благодарности. Итак, у нас есть Мэйси Кэнс, которая владеет небольшим бизнесом здесь, в городе. Где Мэйси Кэнс? Можешь помахать нам рукой? Мэйси, большое спасибо за то, что ты здесь, и спасибо за всю твою поддержку. Отдай это ради Мэйси. Being here and thanks for all your support. Let's give it up for Мэйси. We have Dan Doyle. У нас есть Дэн Дойл, владелец Reliance Well Services. Где Дэн? Дэн, спасибо тебе. We have Slippery Rock Mayor. У нас есть Рок-мэр, морской пехотинец и, самое главное, товарищ Лугану. И, конечно, у нас есть Хэролд Бендер и его прекрасная семья, владелец Хартинджер Тракинг. Спасибо, Хэролд. И я верю Хэролду. Я обязательно буду вас поддерживать. Так что спасибо вам всем за то, что вы с нами, за то, что вы здесь, чтобы отметить American Tracking, чтобы развивать американскую промышленность и напомнить всем, какую важную роль в нашей жизни играют дальнобойщики. American Trucking and here to celebrate American industry and remind everybody just how... Главное обеспечить лучшее руководство в Белом доме. Поэтому мы отправим Дональда Трампа обратно в овальный кабинет. Итак, мы здесь, в великом штате Пенсильвания, где каждое из 15 рабочих мест зависит от индустрии грузоперевозок. Это потрясающе. And yet we have a Vice-president Kamala Harris, who wants to be president. Но у нас есть вице-президент Камала Харрис, которая хочет стать президентом и которая считает, что мы должны вывести наших дальнобойщиков из бизнеса и что все наши дальнобойщики должны изучать программирование. Это то, что Камала Харрис знает об индустрии грузоперевозок. Если мы взглянем на прошедшие 3.5 года, то я думаю, у нас недостаточно дальнобойщиков и слишком много программистов. Если кому и нужно найти новую работу и научиться программировать, то Камали Харрис, не так? А у нас с президентом Трампом другое послание. Давайте выгоним ее с позором из офиса. Наши дальнобойщики незаменимы, и мы будем бороться за них каждый день. И именно поэтому мы здесь сегодня. И именно поэтому мы будем продолжать делать все правильно. Теперь о том, что важно для всех нас, но я думаю, особенно для наших друзей в прессе, тех, кто нас смотрит дома. Итак, если у вас нет American Trucking, ничего не будет работать. Как, по-вашему, продукты оказываются в продуктовых магазинах? С помощью американских дальнобойщиков. У нас не будет экономики, если американские дальнобойщики не смогут делать то, что они делают. И у нас есть действующие президент Байден и вице-президент Харрис, которые хотят поднять цену на топливо и заставить каждого дальнобойщика в этой стране управлять электромобилем. Хорошо, что у нас в Огайо много отличных автотранспортных компаний, таких же, как у вас здесь, в штате Пенсильвания. И я встречался с некоторыми местными дальнобойщиками, когда я был в Вашингтоне в своем сенатском офисе. Это было 6 месяцев назад или около того. И меня поразило не только то, что они были разочарованы политикой Камалы Харрис. Меня поразило то, как мало Камалы Харрис знала о грузовом бизнесе в этой стране. Один из них спросил высокопоставленного чиновника администрации. Ребят, вы что, хотите, чтобы мы все ездили на электрических грузовиках? Нет, ну что вы. Электрические грузовики, сказали они, скоро будут стоить столько же, сколько обычный дизельный грузовик. А дальнобойщики спросили чиновников, ну, сколько сейчас стоит электрический грузовик? И те ответили, около 150 тысяч долларов. Вот вы смеетесь, но причина, по которой вы смеетесь, заключается в том, что электрический грузовик прямо сейчас стоит 400 тысяч долларов. Если вы
заставите всех наших дальнобойщиков покупать электрические грузовики вместо грузовиков с ДВС, вы спровоцируете инфляционный кризис намного хуже, чем сейчас. Думаете, сейчас продукты дорогие? Подождите, пока Камала Харрис не заставит каждого американского дальнобойщика водить электрический грузовик. Подождите, пока Камала Харрис заставит всех купить электромобиль китайского производства. Но не ждите тогда, что цены на жилье, например, будут ниже. Подождите, пока Камала Харрис сделает невозможным для наших дальнобойщиков доставить строительные материалы на строительную площадку. Политика Камалы Харрис – это катастрофа не только для дальнобойщиков, но и для всех, кто на нее полагается. And I think we have to have some compassion. Это одна из причин, по которой мы должны вернуть Дональда Трампа в Белый дом. Потому что как бы усердно изо дня в день не работали дальнобойщики Пенсильвании, живут они все хуже. They're working harder and harder, but they're falling further behind. And let's just tick through some of the information here. Давайте просто посмотрим на цифры. Жители Пенсильвании стали на $11,400 беднее, чем были в среднем при Дональде Трампе. Это означает, что вам придется потратить почти на $12,000 больше, чтобы сейчас получить то, что вы могли купить 3.5 года назад. Это процветание? Абсолютно нет. В соответствии с политикой Камалы Харрис, в Пенсильвании средняя заработная плата работников снизилась на 6%. Получается, что люди работают все усерднее и усерднее, но продукты стоят дороже. Вещи везде стоят дороже. И в итоге наши работники не получают повышения заработной платы, необходимого, чтобы просто жить как прежде. У Дональда Трампа другая идея. Дональд Трамп считает, что мы должны зарабатывать больше. Дональд Трамп считает, что Камала Харрис должна убраться из офиса, поскольку она не знает, что делать. Now I want to just talk about the contrast a little bit. А теперь я бы хотел поговорить о том, что отличает Трампа от Харрис. Мы знаем, конечно, что Дональд Трамп был успешен на посту президента, и мы знаем, что Камала Харрис этим похвастаться не может. Но давайте поговорим о том, почему. Давайте поговорим о деталях политики. Итак, позиция Трампа очень простая. Мы покончим с этим ужасным кризисом вседозволенности и увеличим зарплату с помощью трех простых вещей. Increase take-home pay. With three simple things. Number one, we're going to stop 25 million illegal aliens. Ну, во-первых, мы остановим 25 миллионов нелегалов. We're going to stop ridiculous jobs. Мы собираемся остановить нелепые попытки уничтожения рабочих мест, такие как мандат на электромобиль. And number three. И номер три. Мы будем бурить. Бури, детка, бури. Let's get it out of the ground with... У нас много энергии прямо здесь, в Пенсильвании. Так давайте используем. Вот еще одна вещь, которую хочет сделать Камала Харрис. Вместо того, чтобы депортировать нелегальных мигрантов, мы должны дать им амнистию. Камала Харрис считает, что вместо того, чтобы вырабатывать энергию в Пенсильвании, мы должны покупать энергию у Ирана и у каждого десятого диктатора по всему миру. И Камала Харрис считает, что вместо того, чтобы развивать американскую энергию, американское творчество и американский бизнес, мы должны вменить вам больше налогов, чтобы отправить ваши деньги в коммунистический Китай на покупку электромобилей. Так хорошая ли идея дать Камале Харрис повышение? Нет, мы будем делать то, что Дональд Трамп делает с теми, кто плохо работает. Ты уволена, Камала Харрис. Уходи. Вообще-то президент только что позвонил мне. Я сидел там за кулисами, и президент позвонил мне и сказал: знаешь, безумие в том, что Камала Харрис делает вид, что согласна с нами во всем. Если вы посмотрите на ее кампанию за последние полторы недели, она делает вид, что согласна с Дональдом Трампом по любому вопросу. Она проводит кампанию по подражанию. И я сказал: мистер президент, я думаю, что понял, что происходит. Она хочет мою работу. Она понимает, что у них нет никаких шансов. Она собирается бросить Тима Уолтса и хочет баллотироваться вместе с Дональдом Трампом. Она делает вид, что согласна с вами.
вами во всем. Мы должны напомнить людям о реальности. Камала Харрис хочет лишить полицию финансирования. Камала Харрис хочет запретить добычу сланцевой нефти. Камала Харрис хочет еще больше укрепить мандат на электромобили, который отправляет ваши доллары в Китай, вместо того, чтобы покупать автомобили американского производства. Камала Харрис сказала все эти вещи на видео. И как бы она ни хотела притворяться, что согласна с Дональдом Трампом, у меня есть предложение. Госпожа Харрис, если вы хотите проводить политику Дональда Трампа, вы можете сделать это прямо сейчас, потому что вы вице-президент. Сделайте это прямо сейчас, а не через 6 месяцев. Я был в Конгрессе 2 года и видел нескольких довольно бесстыдных политиков. Но я никогда не встречал никого, кто как действующий вице-президент мог бы встать перед толпой и сказать, что в первый день мы решим миграционный кризис. Это как, Камала? Вы были вице-президентом в течение 3,5 лет. Если хотите сделать, сделайте сейчас. И в этом огромная разница между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Знаете, я подвергся атаке верных Харрис демократических медиа, потому что верю в очень простой принцип. Наша налоговая политика должна вознаграждать американских рабочих и американский бизнес. Я знаю, что Дональд Трамп с этим согласен. Так вот, здесь контраст. Дональд Трамп хочет снизить налоги на американские предприятия, нанимающие американских работников. И он хочет повысить тарифы на товары, произведенные в Китае, с использованием рабского труда. А Камала Харрис хочет повысить ваши налоги и сократить тарифы, которые затрудняли бы использование китайской рабочей силы вместо американской. Это смешно. Почему бы нам не облегчить наем американцев и не усложнить китайский импорт? Это подход Дональда Трампа, и я знаю, что каждый человек здесь согласен с ним. So let me leave you with one final thought here, and then I want to kick it over to our illustrious media to ask some questions. It's very simple, my friends. Look, we have the best country in the entire world. I've been flying all over the country. В последнее время вместе с моей женой я летаю по всей стране, проводя подобные мероприятия. Разве не прекрасна у меня жена? Извини, что смущаю тебя. Но раз уж привез тебя сюда, должен немного посмущать. И все, о чем я могу думать, когда мы летим в новое место, это о том, какая у нас красивая страна. Вчера я был в Big Rapids, штат Мичиган. Прекрасное место. Сегодня Эри, Пенсильвания. Прекрасное место. У нас лучшие природные ресурсы и самая красивая сельская местность по сравнению с любой страной на Земле. И у нас есть еще кое-что. Лучшая история, лучшие традиции. У нас лучшие работники прямо здесь, в Пенсильвании. We have got the best workers right here in Pennsylvania. The only thing, thank you. Единственное, что нарушено в этой стране, это ее лидерство. Но не существует ничего, что мы не могли бы сделать как народ. Так что давайте отправим сообщение прямо сейчас. В Эри, штат Пенсильвания. По всему штату Пенсильвания и по всей стране. Нам надоело разрушительное руководство Камалы Харрис. Мы хотим президента, который будет достоин вызовов, стоящих перед нашей страной, и заслуживает того, чтобы быть лидером ее народа. Это Дональд Трамп. Я знаю, что у нас здесь есть несколько репортеров. Если хотите, давайте начнем с местных. Давайте сначала местный репортер, потом федеральный. Сэр. Мэм, мне не нужен телесуфлер. У меня в голове есть мысли, в отличие от Камалы Харрис. Добрый вечер, сенатор. Спасибо, что приехали в округ Эри, штат Пенсильвания. Филипп Уорд из Эри News Now. Сенатор, Фил хороший парень, верно? Сенатор, как вы относитесь к избирателям округа Эри и что означает потенциальная администрация Трампа-Венса для нас на местном уровне?
Проезжая через Эри, штат Пенсильвания, я не мог не думать, насколько это напоминает мой родной город в Мидлтауне, штат Огайо, верно? И это, конечно, город с гордой традицией производства стали. Кстати, почему бы нам не сохранить American Steel Company, с принадлежащей Америке, верно? Но гордая производственная традиция. Все, о чем я мог думать, проезжая через Эри, это то, что это красивое место было отброшено назад множеством глупых решений, принятых людьми типа Камалы Харрис. И давайте будем честны, это не только Камала. В течение 30 лет в стране был консенсус в отношении того, что нам не нужно делать свои собственные вещи. Итак, теперь все от стали, которую мы используем, до лекарств, которыми мы лечим наших детей, от ибупрофена до антибиотиков, все это сделано нашими противниками, а не американскими рабочими. Разве это не глупо? Да. И единственным человеком в политике, который сказал, что больше так не будет, что мы хотим полагаться на работников Пенсильвании, был Дональд Трамп. И за 4 года его лидерства у нас был больший подъем американского производства и американской энергетики, чем мы когда-либо видели. И это идет на пользу жителям Эри. У нас был рост заработной платы под руководством Дональда Трампа, и на планете было относительно спокойно. Но теперь у нас войны практически на всех континентах. Кто будет сражаться в этих войнах? Я гарантирую вам, что это будет не семья Камалы Харрис. Это будут люди прямо вот отсюда, из Эри, штат Пенсильвания. Так что мы хотим мира, верно? Мира и стабильности. Но даже больше того, мы хотим иметь экономику, в которой работники Пенсильвании делают товары для людей по всей стране. И мы хотим, чтобы дальнобойщики были востребованы. Это так просто. Если мы это сделаем, то жизнь каждого человека в Пенсильвании станет лучше. Как говорится, Москва не сразу строилась, но мы это сделаем. У нас был такой большой успех всего за 4 года руководства Дональда Трампа. Сэр. Hello, Senator. Thank you for coming to Erie today. I'm Tyler Gallagher. I'm with Jet 24 News here. Я Тайлер Галлахер. Я представляю новости Jet 24. В Эрии экономика и население вроде как на спаде. Как администрация Трампа собирается вернуть сюда людей и создать больше рабочих мест? It's pretty simple, actually. Знаете, на самом деле это довольно просто, но, к сожалению, нынешнее руководство делает все наоборот. Я имею в виду, что первое, что вы должны сделать, если хотите помочь жителям Эри, это высвободить американскую энергию. Это удешевит производство и логистику, это поможет всем. Обратите внимание, ведь дело не только в нашем бизнесе. Я помню, как рос в Мидлтауне, штат Огайо, и я вырос в бедной семье, меня воспитывала бабушка. Я помню ночи, когда зимой было очень холодно, но денег было мало, и мы не могли себе позволить включить обогреватель. Приходилось просто накидывать на себя кучу одеял. Вот что мы собираемся сделать. Я убежден, что если мы будем усердно работать и жить по закону, то у нас будет самая богатая страна в мире. Мы должны быть в состоянии включить обогреватель для своих детей. Но, к сожалению, политика Камалы Харрис означает меньше энергии, меньше денег и много людей, замерзающих холодной зимней ночью. Я думаю, что это позор в самой богатой стране мира. Мы можем сделать намного больше с другим руководством. Второе. Я уже говорил о китайском рабском труде. Одна из причин, по которой страна была отброшена нашими лидерами, заключается в том, что они пустили к нам товары, сделанные с использованием китайского рабского труда. И я думаю, что мы не должны ожидать, что американцы будут конкурировать с кучей китайских рабов. Нам нужно, чтобы американские компании переносили сюда свои производства и нанимали американцев. И если вы будете это делать, вы создадите больше рабочих мест в Пенсильвании. У вас будет больше налоговых поступлений, которые можно потратить на школы, на госслужбу. Это то, за что мы с Дональдом Трампом будем бороться. Ну и, наконец, проблема номер один – это инфляция. Второй вопрос касается того, почему Камала Харрис открыла южную границу и позволила этим картелям принести яд, который убивает наши семьи. Мы должны прекратить это безумие. Она не сказала, что закроет границу. Она сказала, что приостановит депортации. Она сказала, что собирается положить конец политике Дональда Трампа, который не пускал нелегалов из Мексики. Но у Дональда Трампа другое послание для
для нелегальных мигрантов. Собирай чемоданы, потому что через 6 месяцев ты поедешь домой. And when we do that, и когда мы это сделаем, станет меньше людей, умирающих от передоза, меньше криминала, наркокартелей. Нужно просто закрыть границу. Это полезно для общественной безопасности и еще много для чего. And a whole host of other things too. Other questions. Другие вопросы? Any more local? Что-нибудь еще местное? Хочешь на рыбалку? Yes, sir, I would love to go fishing. Да, сэр, я бы с удовольствием пошел на рыбалку. Сейчас приходится привлекать около 40 агентов секретной службы, и это проблема. Kit Maher, CNN. I wanted to talk a little bit. Thanks, Senator, for taking my question. Спасибо, сенатор, что позволили задать вопрос. Как Трамп перешел от того, что назвал губернатором Кемпом, нелояльным и средним губернатором, к тому, чтобы похвалить его и поблагодарить за его поддержку? И почему так важно иметь его поддержку? We're a big tent party. Ну, видите ли, у нас уже много людей собирается. Президент только что получил поддержку Роберта Кеннеди-младшего. Он только что заручился поддержкой Талси Хаббард. Кроме того, есть одобрение Ники Хейли и теперь вот Брайана Кемпа. Он президент здравого смысла. Людям надоело, что им лгут. Им надоело безумие. Да, у президента и Брайана Кемпа есть некоторые личные разногласия, но они оба достаточно серьезные люди и способны поставить интересы страны на над личными интересами. Over personal interests, and what they will both say is, and I think that people from across the political spectrum. Я думаю, что люди всего политического спектра должны что-то извлечь из позиции Брайана Кемпа, который говорит, что эта страна настолько важна, что мы не можем позволить Камале Харрис стать ее президентом. И важно, что Дональд Трамп, несмотря на то, что у него есть разногласия с рядом людей, которые его поддержали, он готов сказать, что мы большая партия. Мы выступаем за здравый смысл, и мы должны выгнать этого безумного политика по имени Камала Харрис из Белого дома. Мэм, прошу вас. Hi, Senator. Good to see you again. Ali Novello with CBS News. I have two questions for you. У меня два вопроса. Не могли бы вы рассказать нам больше о ссоре, которая произошла на Арлингтонском кладбище? И второй вопрос. Как выглядит подготовка к дебатам для вас и для Трампа? I think, first of all... Ну, во-первых, ссора на Арлингтонском кладбище – это пример, как средства массовой информации создают историю, которой на самом деле нет. There is verifiable evidence. Поясню, речь идет об инциденте, когда фотографу Трампа мешали производить съемку. Есть доказательства того, что компании было разрешено иметь там фотографа. Есть возможность проверить, что его туда пригласили. Есть доказательства того, что семьи людей, чьи близкие погибли 3 года назад на Эббигейт, были там с президентом. Это не оскорбление их воспоминаний. Они хотели, чтобы Дональд Трамп там был. И слава богу, что у нас есть президент, который поддерживает наших ветеранов, а не убегает от них. Возможно, у вас есть кто-то на Арлингтонском кладбище, какой-то сотрудник, который что-то недопонял, а СМИ превратили это в национальную новость. Знаете, мне кажется, ветеранов больше другое заботит. Например, что кандидат на пост вице-президента Камалы Харрис солгал о своей военной службе. Это для ветеранов важнее, на мой взгляд, чем история с фотографом. Есть еще одна вещь, которая волнует наших ветеранов. 3 года назад погибли 13 храбрых американцев. Они погибли, потому что Камала Харрис отказалась выполнять свою работу. И после этого не было ни одного расследования, ни одного увольнения. Я знаю, что иногда случаются ошибки. Такова особенность государственной военной службы. Но то, что за смерть 13 американцев не был уволен ни один человек, это позор для Камалы Харрис. Sometimes mistakes happen. That's just the nature of government, the nature of military service. But to have those 13 Americans lose their lives. Мы говорим об истории 13 храбрых американцев, которые погибли. We're going to talk about a story out of those 13 brave, innocent Americans who lost their lives. It's that Kamala Harris is so asleep at the wheel. Но Камала Харрис, что называется, спит за рулем и даже не хочет расследовать то, что произошло. Она лишь хочет накричать на Трампа, потому что он появился в Арлингтоне.
Thank you, sir. One more. Any other questions here? Ma'am. Oh, sorry, debate prep. Послушайте, я готовлюсь к дебатам, проводя время с этими прекрасными людьми. Я прихожу к ним, мы разговариваем о проблемах, которые имеют значение. Нам не нужно готовиться к дебатам с Тимом Уолсом. Достаточно выйти к людям и поговорить, посмотреть, как они живут. Выйти и поговорить с американским народом. Это самый верный способ подготовиться к дебатам 1 октября. Их же CBS проводит, верно? Так что мы должны быть добры к этой журналистке, дамы и господа. That's right. Is this on? Thank you, Senator. Sue Rin Kim with ABC News. Спасибо, сенатор. Сью Рин Ким с ABC News. У меня тоже два вопроса, и один из них также о Брайане Кемпе. About Brian Kemp. Are you playing any role in facilitating any, you know, Вы играете какую-либо роль в содействии связям с губернатором Кемпом или другими республиканскими членами, возвращая их в мир Трампа вообще? И второй вопрос. С тех пор, как вы стали напарником Трампа, вы обращались к бывшему вице-президенту Майку Пенсу за каким-либо советом по предвыборной кампании? Вы говорили с ним о том, что, возможно, он поддерживает президента Трампа. Итак, первый вопрос. Смотрите, многие люди разговаривали с Брайаном Кемпом, и я горжусь тем, что нахожусь среди них. Я думаю, что он был хорошим губернатором штата Джорджия. Я, конечно, позвонил ему. Я думаю, что еще 150 человек позвонили Брайану Кемпу и рассказали о необходимости иметь единую республиканскую команду. И я не считаю это особой заслугой. Я думал, мы потеряли одного из наших агентов секретной службы. Я беспокоился о них, но у нас все хорошо. Да хранит тебя Бог, дружище. Но СМИ хотят рассказать историю о том, что каким-то образом я был мирным посредником между Брайаном Кемпом и Дональдом Трампом. Это неправда. Я связался с Брайаном Кемпом, посоветовал поддержать президента, и его не нужно было в этом убеждать. Он хотел поддержать президента, потому что думает, что избрание Камалы Харрис будет катастрофой. Так что я думаю, что у нас много друзей Брайана Кемпа и много друзей президента. Сенатор Вэнс, Эмма Барнетт из NBC News. Большое спасибо за ответы. Еще два вопроса, один местный, один международный. Что конкретно вы готовы сделать для улучшения жизни дальнобойщиков Пенсильвании? И второе. Израиль начал крупнейший рейд на западном берегу, по крайней мере, за 20 лет. Должны ли израильтяне просить помощи американских военных у администрации Трампа? Что думаете об этом? Я не хочу посылать американские войска куда-либо, кроме территории США. Это очень важный принцип. И я говорю, что израильтяне имеют полное право уничтожить Хамас. Мы поддерживаем их в том, что они делают. Но они не просят помощи от наших военнослужащих. Они могут сами решить этот вопрос. Им просто нужен вице-президент или президент, который позволит им выполнять их работу. Они пытаются встать на сторону Хамас. Мы с Дональдом Трампом собираемся поступать именно так. Это был второй вопрос. А что там в первом? Первый вопрос был о конкретной политике, которая могла бы помочь дальнобойщикам. Самый конкретный способ помочь дальнобойщикам Пенсильвании заключается в том, чтобы уволить Камалу Харрис и заменить ее Дональдом Трампом. Она является причиной многих проблем в нашей стране. Когда говоришь с дальнобойщиками, они называют две основные проблемы.
Прежде всего, наша система образования пытается заставить всех получить 4-летнее высшее образование. Но есть много дальнобойщиков, которые зарабатывают гораздо больше, чем обладатели 4-летнего диплома колледжа. Позвольте людям делать то, что они хотят. И иметь систему образования, которая дает возможность делать свой собственный выбор, вместо того, чтобы заставлять их делать то, что хочет Камала Харрис. Спросите у дальнобойщиков, на что уходит больше всего денег. Что в их бизнесе подорожало больше всего? Все как один говорят, что это топливо. Топливо выросло в зависимости от того, где вы находитесь, от 35 до 55% благодаря политике Камалы Харрис. Сенатор Вэнс, как ваша военная служба помогла вам стать сенатором и, возможно, вице-президентом Соединенных Штатов? Да, я ценю этот вопрос. Я служил в морской пехоте Соединенных Штатов и горжусь этим. Я сделал то, о чем меня просила моя страна. И корпус морской пехоты дал мне две точки зрения. Во-первых, независимо от того, 19 вам лет, 23 или 45, корпус морской пехоты требует, чтобы вы занимали руководящие должности. И это позволяет учиться на собственных ошибках. Таким образом, корпус морской пехоты – это первый вкус настоящего лидерства. И это самое важное качество в вице-президенте. Ты должен уметь руководить людьми. Второе. Опыт службы дал мне возможность иначе взглянуть на проблемы наших военнослужащих и их семей. И еще одна вещь, которую я узнал в корпусе морской пехоты. Самый ценный ресурс, который у нас есть, это жизнь молодых людей, которые надевают форму и готовы пожертвовать всем ради Соединенных Штатов Америки. Это драгоценный ресурс. Я служил в морской пехоте с пуэрториканцем, который вырос в бедности в Бронксе. Был там парень, который вырос в богатой семье в пригороде Мэриленда. Я со своей биографией. Был парень, который вырос в Калифорнии. Вы встречаете людей со всей этой прекрасной страны, и все они объединены общей целью. Это священное обязательство, что президент и вице-президент должны заботиться об этих людях. И да, иногда вы должны отправить их, чтобы что-то разрушить или что-то исправить. Но вы делаете это только тогда, когда необходимо. Вы относитесь к этому ресурсу с осторожностью. И когда вы позволяете 13 людям умереть, потому что облажались и не сделали свою работу, вы, по крайней мере, должны провести расследование и выяснить, что пошло не так, чтобы не делать этого в следующий раз. Вы должны уважать войска. И когда я говорю «уважение», я не имею в виду просто поблагодарить их, я не имею в виду просто купить им пиво, когда вы видите их в баре. Я имею в виду уважать их достаточно, чтобы действительно заботиться о них и не тратить их жизни впустую, что, к сожалению, сделала последняя администрация. Теперь позвольте мне отправиться в путь. Мне жаль, что я должен уйти, но вы в Пенсильвании устанете от меня в течение следующих 2 месяцев, потому что я практически живу здесь, в штате Пенсильвания. Это такой важный штат для нас. И мы должны помнить обо всех влиятельных интересах, о бюрократии в этой стране, о людях, которые разбогатели, переводя производство в Китай. Все они хотят Камалу Харрис. Единственный способ победить их – это урна для голосования в ноябре этого года. Давайте выиграем Пенсильванию, переизберем Дональда Трампа и вернем эту страну. Да хранит вас Бог. Спасибо. Re-elect Donald Trump and take this country back. God bless you all. Thank you.